Чемодан, вокзал, на выезд. Как будет устроен строгий режим для мигрантов в России? Отсылать на родину после первого нарушения и без суда. Новые правила должны серьезно ужесточить миграционный контроль. Въехать в страну можно будет только подписав соглашение о лояльности. Мигрант принимает обязательство уважать нашу культуру и традиции, обещает соблюдать законы России. Попавшись на нарушение, мигрант сразу окажется в списках на выезд. Он должен будет в самое ближайшее время покинуть страну. Не уедет сам, поможет полиция. Отдельное решение суда для этого не понадобится. В специальный реестр попадут и те, кто лишился оснований находиться в России. У мигранта может истечь срок временного пребывания, вид на жительство и разрешение на временное проживание могут быть аннулированы. Такие иностранцы могут просто не попадаться на глаза людям в форме. Но новые правила автоматически отправят их в реестр контролируемых лиц. Открывать новые счета в банках будет невозможно, а с уже существующих не потратить больше 30 тысяч рублей в месяц. Не получится купить в нашей стране недвижимость, транспортные средства, взять кредит, заключить брак, водить машину, сдать на права. И свободно перемещаться по территории России тоже запретят. Если мигрант попадет в реестр, он будет обязан сообщать полиции, где находится. Например, отправлять фото с геолокацией. Для всех мигрантов из реестра должен заработать особый правовой режим высылки. Полицейские смогут в любой момент проверять информацию о них через все базы данных. Получат возможность отследить все движение денег на их счетах. Смогут войти в любое помещение, где проживает или находится иностранец. И никакие особые постановления и судебные решения не потребуются. Контролировать и разыскивать иностранцев поможет цифровой профиль мигранта, где будут собраны все данные, включая биометрию. Многим мигрантам и сейчас запрещают въезд в Россию, разворачивают прямо в аэропорту. Проверки усилились после теракта в Крокусе. Полиция регулярно проводит операцию «Нелегал», проверяет иностранцев во время рейдов на стройках, рынках и в транспорте. Нелегалов депортируют со скоростью 1000 человек в неделю. Больше 30 тысяч выдворили в середине июня 2024-го. Это уже в два раза больше, чем за первые полгода 2023-го. We'll be right back.